Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас снова моды на Hello Neighbor. Называться сегодняшний мод будет Hello Recluse. Или Recluse, как там правильно пишется. Вот, у него есть описание на английском языке. И что у нас тут получается? Действие этого мода происходит после событий первой части Hello Neighbor. После того, как Ники возвращается в дом своего детства, ему вскоре наскучивает пригородная жизнь, и он решает провести несколько дней в коттедже своих родителей на выходные в нескольких милях от Рейвенбрукс. Но вскоре он обнаруживает таинственного отшельника, живущего дальше по дороге. Что же он мог скрывать? С помощью фотопереводчика я это перевел. Рейвенбрукс — это Вороньи ручьи у нас получается. И что ж, давайте запустим этот мод. Этот мод заинтересовал меня своими скриншотами. Кстати, существует довольно много модов, которых нету в Стиме, которых, к сожалению, не выложили в Steam. И многие из них реально очень интересные. О, тут даже катсцена есть, ничего себе. Даже сосед другой вообще, без усов. Только представьте себе соседа без усов. Спрялся и все, бля. Так. Что-то у него там за этой дверью находится. Короче, мы... Это коттедж родителей у него. То есть еще один какой-то домик родительский, помимо того, что уже был. Понятно, окей. Часы в виде солнца. Это прикольно. Они, конечно, не двигаются, но и пофигу. Тут даже текстурки какие-то новые. Таких не было в оригинальной Hello Neighbor. Телевизор не работает. Свет можно включить. Пожалуйста, вот кухонка. Кстати, прикольный столик. Работает. Давайте смотреть, что у нас тут находится. Ох, ё-моё. Калитку сделали. Тоже не работает что-то. Часы с маятником. Ну, зашибись. Только вот куда в таких маленьких маятнику там двигаться? Но домик прикольно выглядит. Мне нравится. Так, это тачка. Тачки ничего нету, по-моему. Это свет рубает? Да, это свет. Ну ладно. Куда нам надо? Нам надо туда? А, нет, нам, похоже, туда не надо. Может быть, если мы сегодня пройдем этот мод, может быть, мы слетаем, посмотрим карту. Все-таки там и не видно сразу конец карты. Там что-то, может быть, есть интересное. Ладно, нам туда тогда. Там какой-то здоровенный дом, кстати. Ну, кстати, это не очень-то похоже на дом, если честно. Это больше похоже на какой-то ангар, цех секретный. Секретный, на какой-то секретный цех похоже, если честно, а не на дом. Так, а чё он туда не лезет-то? Может, на бочку надо?
Там залезть на бочку, блин. Невидимая стена там, по-моему. Там магнит, кстати, лежит, я вижу. Ага, не, мы так просто не попадем туда. Здесь инструмент нужен. Ну, я нигде его тут не вижу, видимо. Видимо, у нас дома где-то должен лежать лом. Давайте посмотрим. Нет, ну сюда я уже заглядывал. Под кровать. Да мы везде смотрели вроде бы. Но туда лом бы не вместился. Тачку я вроде тоже смотрел. Давайте еще раз на всякий случай посмотрим. А, вот он, блин. Вот он. Ой, а что это за дверь? Жалко, не открывается. Колесо обозрения какое-то там. Ладно, отлично, ломик добыли. Уже хорошо. Что-то тут заборы везде одни. Так, доски надо убрать, чтобы они не мешались. Так, ломик я здесь где-то положу. Вдруг пригодится еще. Так, я... Магнит надо сразу достать оттуда. Я уверен, что он нам где-то будет нужен. И это реально на цех какой-то секретный, похоже, потому что выглядит как... Выглядит как какая-то мастерская большая. Ух ты. Такая же тачка, как у нас, только ржавая вся какая-то. Из... Блин. Музыка из... старых Альф Хлунейбера. Это, наверное, хорошо. Да. Ну, вот здесь он представляется как другой персонаж. И не как тот сосед, который был в оригинальном Хлунейбер. Как описание пишет, действие происходит после событий первой части. И получается, то есть, получается, главный герой решил отдохнуть, приехать сюда. И натыкается на какого-то другого отшельника. То есть был один сосед, которому он решил проникнуть, значит, скрывает. А теперь появился какой-то другой. Ладно. Так, вот, блин. Давайте оттуда посмотрим. Так, по-моему, он идет внутрь своего цеха. Так что давайте... Да, и там какой-то генератор стоит. Я думаю, его нужно врубить. Откуда он ведет, я не знаю. Давайте его включим. Я думаю, он наверняка будет нужен. Так, пока сосед внутри, мы можем спокойно ходить по улице. Ого, нифига себе. Вот это да. Да тут смотрите, тут... Тут много где изменили цвета. Решетка. Ха, тут туалет. Ну, обалдеть просто. Так, а здесь... Вот туда явно надо как-то... Опа. А, тут надо открыть вот так. Я думал, тут надо коробки ставить будет. Ладно, тут что-то должно быть. Ну да. Нифига я не понял, что открывает этот этот выключатель. Тут в землю провод воткнут, из земли идет туда. Не знаю, но не открывается. Ладно, давайте оставим его включенным.
Может быть, мы какой-то генератор найдем, что ли, и дверица откроется. А может, нам надо его отключить? Может, он наоборот не надо включать? Блин. Давайте проверим. Нет, 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 так он не открывается. Генератор все-таки для чего-то нам явно нужен. А, мы спавнимся прям там? Отлично, не придется. Я уже думал, придется от дома опять бегать сюда. А, блин. Не знаю, я пока, короче, как открываются те решетки. Ну, в общем, разберемся потом. Я думаю, сейчас самое время зайти к нему в хату эту. Посмотреть, что там. Она довольно-таки здоровенная, там по-любому что-то есть. Так просто туда не попасть будет. Да блин. Как эти ворота открываются? Может, там что-то есть? А, хотя нет, мы туда не пройдем. Блин, не так-то просто это. Блин, опять он вышел на улицу. Так, пусть идет. Нам надо как-то по-быстренькому пробежать к нему в дом. Фух, забежали. Забежали. Давайте смотреть, что тут. Это намек на что-то или нет? О, опа. Там кто-то долбится. Не просто так все это, я думаю. Блин. Ключ, ключ, ключ! Ключ за картиной был. Первого ключ было за картиной спрятать. Ладно, с одним соседом... Да зачем мне гвоздики-то? Явно ключ-то для чего-то другого нужен. Ой, магнит. Интересно, а этот телефон ничего не делает? Я снял телефон, он к какому-то проводу был протянут. А, давайте... Он внутри, кажется. Давайте побыстренько на второй этаж забежим, посмотрим, что здесь. Да, хат это у него дряхлая совсем. Честно говоря, немного напоминает мою дачу, которую я говорил, квартиранты там ремонт понаделали. Здесь тоже такая старая вся мебель. Вот, старая действительно все. И там тоже самое было. Ну а окна у него все что-то позакрыты. Свет включает. Плохо, неплохо. Лампочки какие-то здесь. Наверное, тот самый ключ как раз-таки от этой двери. Как раз-таки от этой двери этот ключ и есть, я так понял. Который за картиной, там ключ этот был. Да, мне кажется, надо посмотреть, куда этот генератор ведет. А, отлично, сосед моется на улице. Ну, кто и решетки, наверное, ведет. Но я включил, и это ничего не дало. Но там еще какие-то провода, я помню, были. Наверное, надо побольше осмотреть будет.
По-моему, он где-то дрыхнет. Ага. Погодите, это еще что-то. Там дырка какая-то, по-моему. Ну-ка, давайте проверим. Блин, очищай. Рано или поздно он придется. Да давай, расчищай быстрее. Я хочу посмотреть. Но в эту дырку мы явно не пролезем. Ружье, наверное, магнитом надо достать. Оно у нас, надеюсь, сохранится сейчас. Да. Ага, ружье для чего-то нам нужно. Ну, разберемся, короче, для чего. Серьезно, а зачем? Что это за провод здоровенный? А это водопровод к ванной, что ли? Это, наверное, водопровод. У него тут протянут. Я других вариантов абсолютно не вижу. Вот дверь в туалет не закрывается. Абсолютно. Вот как должна эта дверца открыться. Я наверняка за ней что-то интересное должно быть. А куда это меня так? Баги, конечно, присутствуют. Ладно, давайте достанем этот ключ и посмотрим, что за той дверью. Надо как-то пробраться все-таки к нему. Я уже заметил ту дверь, которой ключ тут идет. И нам надо посмотреть и узнать, что там находится. По-любому что-то полезное. Блин. Этот шкаф, кстати, только в страхе со школой применялся. Может ли сосед меня достать из него? Вот это большой вопрос, на самом деле. Давайте проверим. Эх, не успел забежать. Мне не дает вообще на кухню зайти. Никаких входов посторонних нету здесь. Блин, ну он надоел уже мне. Как мне туда попасть? Не долетит она туда. Давайте, давайте быстрее. Хватаем ключ. Проход на крышу, походу это. Ой, а мы провалиться сюда можем? Ах, туда не перепрыгнуть, там невидимая стена. Блин, ну это надоело уже, серьезно.
реально, можно, может ли он сюда смотреть или нет? Может. Может, да. Не, нам надо туда, наверное, пробраться. А если свет рубануть? Что-нибудь это будет? Не, нифига, это не будет. Тут там какие-то 3 ламп, 6 лампочек каких-то. Наверное, они как-то должны включаться. Да блин. Нихрен. Это куда сейчас он улетел, блин? Короче, знаете, что сделаем? Никакие прыщи, ГОСТ надо мне. Да, блин. Сюда залетим. По-моему, я зашел в ту комнату, в которую нам не надо было. Похоже, сюда нам еще пока рано, тут закрыто. Не, блин, я еще и упал. Серьезно, как этот открывается? Да он везде и нигде, блин. Мне надоело туда пробираться уже постоянно. Да блин! Ушел, кажется. Валк. Как эту открыть еще? Вот интересно. Тут лампы. Лампочки. Что это за лампочки? Там 6 лампочек, там. Ну-ка. О! Вот так надо сделать. Блин. Ну загорайся же ты, е-мое. Это будет непросто сделать. О, открылась. Открылась дверь какая-то, которая по-любому нужна для чего-то, я уверен. Вот что, я это ружье, я ружье это в жопу ему сейчас засуну, бля. А нам вообще точно надо туда? Разберемся сейчас вообще. Да блин, он все равно меня видит. Или слышит. А если я генератор этот выключу, что-то изменится от этого или нет? Еще один шкаф.
Скорее, 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 давай сюда. Паучок какой-то. Ё-моё. Зачем так надо делать, блин? Генератор такое чувство, что вел туда. Провод еще туда тянется куда-то. Хрен, наверное, к той двери тянется. Давайте проверим. Да, блин, сосед. Ну сюда сосед вряд ли попадет. А, она закрыта по-прежнему. Все-таки генератор я зря отключал. Блин. Вот теперь должна... О, открылась. Открылась, да, вижу, прямо отсюда. Похоже, сосед сюда попасть не может. Ружье в воздухе висит. А, это оно у меня в руке было. Телефон. Получается, скрутили его. Ну, короче, такой вот мод. Но как выйти из него? Ни одна кнопка что-то не работает. А, вот. Наконец-то. Давайте нажмем новую игру. И я хочу... Я хочу полетать по карте. Прошли мы этот мод, но... Во-первых, мы не поняли, что находится за той дверью, в которой ты додолбился. Во-вторых... Мы так и не узнали, что за той решеткой находится, которую мы не смогли открыть. Надо нам это узнать. Сейчас опять катсцена не пойдет. Пропустить ее нельзя. Ай, жалко, нельзя. Ну так мод прикольный на самом деле. Но есть очень много вещей, которые... Мы так и не узнали. Вот эту дверь. Вот мы так. Вот уже мы же ее не открыли. Мы не знаем, что на ней находится, что за ней находится. Так, о, блин. Давайте летаем по карте, посмотрим, что да как. Хост. Во-первых. Посмотрим, что у нас там. Туда дорога есть. Давайте повыше залетим, чтобы было получше видно. Туда и реально есть дорога. Но ведет она в лес из каких-то непонятных зеленых пирамид.
Колесо обозрения. Причем такое чувство, что это колесо спрайтовое. То есть оно всегда повернуто к нам одной стороной. Так, ну давайте посмотрим те места, которые мы так и не посмотрели. Во-первых, что находится за этой решеткой и почему она не открывается. Провод этот идет вот сюда, под землю. И откуда выходит, фиг его знает. Так. Проход вот сюда. Спуск. По идее, мы могли сюда сразу, типа пойти, и тут закончилось бы все. Где телефон, кстати, этот? Он где-то там, наверное, должен быть. А, ладно, плевать на телефон. Вот интереснее смотреть, что за той дверью. Здесь я никаких предметов, ничего такого я не вижу здесь. Наверное, нам сюда и не надо было. Вот, что у нас тут? Под лестницей. Это типа вход в подвал, я так понимаю. И за этой дверью что еще находится? Просто комната, за которой ничего нет. Ну, точнее, тут что-то есть. Детская какая-то, но здесь ружье должно лежать. Что-то сейчас я его не вижу здесь, кстати. А, кстати, еще какой-то провод идет. Паучок, который сваливает от нас. Но вот что это за провод, который в землю туда идет? Может, он выходит откуда-то там? Здесь-то я не вижу никаких проводов. В общем, не знаю, как открыть эту решетку, ну и ладно. На сегодня тогда закончим. С вас найдут подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ну и всем пока. А, кстати, мы же мод этот не оценили. Моду я оставлю. Моду плюсики оставлю. Прикольный довольно мод получился. Ну а теперь все. Всем пока.